Асфальтирование дороги долины Алайху Ошской области началось весной этого года. Всего асфальтное покрытие уложено на 20 километрах дороги от центра Каракульджинского района до территории населенных пунктов. А самый последний участок будет село Караташ. Некоторые участки этой дороги опасны, так как там могут сходить селевые потоки, поэтому на них не проложили асфальт. В основном заасфальтировали плохие участки, опасные оставили. Ремонт дороги в суровой местности потребовал немалых усилий. Половину средств на асфальтирование выделило государство, вторую половину – отечественные инвесторы. По словам местных жителей, они даже не надеялись, что на этих участках когда-нибудь проложат асфальт, потому что села расположены почти в 150 километрах от областного центра и более чем в 80 километрах от райцентра. Каменистая и пыльная дорога доставляла немало хлопот пассажирам и водителям. На дороге были ямы. Она была в плохом состоянии, а также была узкой. А теперь госорганы уделили внимание этой дороге, и тут все стало хорошо. Если раньше мы из деревни до центра добирались за 2 часа, то сейчас это занимает 1 час 20 минут. Тем самым мы экономим время. На этой дороге никогда не прокладывали асфальт. Теперь нам сделали удобную и хорошую дорогу. Ведь жителям приходится все покупать в центре. А из-за плохой дороги эти покупки обходились дороже. А сейчас после ремонта все обходится дешевле, что очень радует население. Также местные жители отмечают, что теперь до места назначения они добираются намного быстрее. А также новая асфальтированная дорога вносит вклад в развитие села, так как доставка стройматериалов раньше была непростой задачей. Асфальтирование дороги приносит огромную пользу населению. Я вижу, как жили люди до асфальтирования дороги и как живут сейчас. И разница колоссальная. Наш президент услышал наши просьбы, и теперь у нас новая отличная дорога в 20 километров. Это не может не радовать. Помимо средств, выделенных государством, президент также выделил дополнительные средства на асфальтирование 10 километров дороги Каракулджа-Алайху. А еще 10 километров дороги проложены на средства, которые выделил житель данной долины, наш гражданин Алмамбет Насыралыулу. Всего в этом районе проложен асфальт на дороге протяженностью 31 километров 500 метров. Также отмечу, что в прошлом году было заасфальтировано 10 километров дороги в этом районе. То есть за 2 года 40 километров дороги этого района заасфальтированы. Напомним, что дорога Мырзааке-Каракулджа-Алайху протянулась на более чем 130 километров. В настоящее время 80 километров из них заасфальтированы. Нагима Бакаева, Бектур Калыбекулы, Улар Кайназаров, ЛТР, Ошская область.